Всем привет, и сегодня будет болтологическое видео. Значит, за последние две недели очень-очень много поступило вопросов везде под видео, и не только под видео. Значит, про грунтовку. Обязательно ли грунтовать изделия после плетения грунтовкой? Обязательно. Ну, суть, два вопроса, да? Обязательно ли грунтовать изделия? И второй момент, обязательно грунтовать ли изделия именно грунтовкой? Или можно быть чем-то другим грунтовать? Ведь трубочки мы же обрабатывали, да, мы обрабатывали трубочки. Но грунтовать обязательно, обязательно в любом случае всегда. Значит, сразу говорю, я говорю за себя. Вот в моей вселенной плетения правило такое, грунтовать нужно всегда. И всегда это нужно делать именно грунтовкой глубокого проникновения, и никак иначе, и ничем другим. Про другие способы я вам сейчас тоже все расскажу. Значит, вы вольны в своих экспериментах делать, как вам заблагорассудится. Вот я пришел к такому методу, к таким действиям, и я их буду придерживаться. И если вы у меня будете спрашивать, я вам буду отвечать, что да, делать это нужно обязательно. Как там учат другие, в других школах, там не школах, неважно, не суть. Кто там что предпочитает, тоже мы это все момент опускаем. Я со своей колокольни говорю, со своей стороны. Вы смотрите, либо делаете так же, либо там ищите другие альтернативные источники, которые вам подходят. Значит, обязательно ли грунтовать готовое изделие? Да, обязательно грунтовать. Зачем мы грунтуем изделие? Во-первых, это защита от плесени, от гниения, которая дает грунтовка. Второй момент. Изделие становится цельным, монолитным. Вот видите изделие, оно не загрунтовано. Оно крепкое, потому что трубочки-то обработаны. Оно крепкое, видите, вот, но витки ездят, оно ничем не грунтовано. Вот. Грунтовка глубокого проникновения. Глубоко проникает, защищает от плесени, все хорошо склеивает. Вот эти витки после обработки не будут склеивать. Не дает в процессе подтеков. То есть, когда вы нанесли, искупали, можно окунанием, да, если это, допустим, нету фанерного, искупали изделия. Лишнее стекло, все, никаких ни затеков, ни потеков не будет. Она впитается вовнутрь, все, что лишнее, отвалится. Если вы, допустим, развели клей ПВА с водой, либо лак с водой пополам, и вот этим раствором грунтуете, а ими можно грунтовать, и грунтовали в свое время, и я грунтовал в свое время, то эти растворы, они, во-первых, не впитываются так глубоко и не проникают так глубоко и не дают защиту от плесени. Там какой момент возникает? Если где-то просмотрели, может образоваться затек. Где-то между витками может тоже вот этот затек образоваться жирный, и потом это очень некрасиво, его никак не исправить, никак не убрать. Поэтому с этими моментами справляется грунтовка глубокого проникновения. Вот за 4 килограмма я отдавал 400 рублей, хватило мне ее надолго. Но сейчас она в любом случае дороже стоит, потому что было это давно. Значит, что здесь написано? Грунтовка акриловая универсальная 1:2. 1:2. Грунтовка акриловая универсального. Универсальная. Где-то еще должно быть дописано глубокого проникновения. В общем, не суть. Есть и другие фирмы. Меня пока устраивает вот это. Значит, надеюсь, я ответил на этот вопрос, зачем нужно грунтовать. Зачем обязательно нужно грунтовать? И обязательно ли грунтовать грунтовкой? Обязательно грунтовкой. Обязательно грунтуем, обязательно грунтовкой. Все. Защита и цельность, монолитность изделия обеспечивается. Никакие другие растворы не приемлю. Потом же отгрунтованное изделие, на него легче ложится лак. Легче лак ложится. Лак, кстати, для финиша я использую вот такой же, 1000 раз показывал. И, ну, расходуется он экономно. Кстати, если вы начинающий, то вполне себе Евротекс аквалазурь тоже подойдет для финиша. В свое время я так и делал, готовые изделия обрабатывал на финиш Евротекс аквалазурью. Вот видите, вылетела загибка. Если бы изделие было прогрунтовано, то такого бы не случилось. Кстати говоря, мы зачем? Вот вопрос такой сейчас, подковырки задают. А обязательно ли грунтовать изделия? Мы же обрабатывали трубочки. Мы трубочки обрабатывали для чего? Для чего мы обрабатывали трубочки? А трубочки мы обрабатывали для того, чтобы создать на поверхности трубочки эластичную пленку, которая в совокупности с определенной влажностью бумаги внутри трубочки дает нам вот эту вот волшебную пластилиновую трубочку, которую вы крутите на палец, на карандаш, вертите и ахаете-охаете, посмотрите, какая у меня волшебная пластилиновая трубочка. Вот для этого мы обрабатывали. Понятное дело, что когда влага внутри бумаги высыхает, внутри трубочки конкретно, то вся конструкция становится жесткой.
становится жесткой. Но бумага внутри все-таки ломкая, хрупкая, поэтому используем грунтовку опять. Грунтовка хорошо проникает сквозь акриловый лак, потому что акриловый лак, он хорошо пропускает воду. Допустим, если изделие сырое, ну это про деревянные изделия, естественно, акриловый лак же для деревянных изделий был разработан, не для наших. То есть, если изделие было, допустим, обработано, и оно было сырое, не до конца высохшее, по идее, если его обработать, создать на нем пленку, оно бы так сырое бы и осталось, ну, сгнило бы. А так лак акриловый пропускает воду изнутри, все. Но то же самое, когда мы трубочки обработанные, высушенные до сухарей, размачиваем водой, ну, допустим, когда брызгаем. Акриловый лак медленно, но верно, он пропускает воду. Вот, поэтому трубочки мы обрабатывали не для этого, вот, а для создания нашей вот этой вот волшебной трубочки. Вот. А для крепости, для прочности у нас уже пойдет грунтовка. Значит, когда обрабатывать? Когда грунтовать? Сплели изделие. Дайте ему высохнуть, ну дайте вы ему высохнуть, но не спешите вы, дайте вы ему высохнуть, но хоть минимум 12 часов. Но лучше бы, конечно, 24 часа, когда полностью вся влага изнутри выйдет, трубочки, потому что мы туда грунтовку пытаемся вбить, а там вода еще сидит. Грунтовка идет туда, а там ей вода изнутри говорит, как это, ты не пройдешь, да? Но пусть полностью высохнет изделие, поставьте вы, посушите хорошо, вот, чтобы все хорошо загрунтовалось, но лишняя защита от плесени, она не помешает, Вот, и лакировать уже желательно после полного высыхания изделия. Сколько оно будет сохнуть, это уже, ну, это минимум 24 часа, минимум. Вот, никогда не спешите ни грунтовать, ни лакировать. Вот, собственно, и все, что я сегодня вам хотел рассказать. Всем спасибо за внимание, всем пока.